управления и развития газовой промышленности России. Мировые доказанные запасы природного газа в начале 2014 года составляли 210 триллионов кубических метров. Запасами природного газа обладают практически все страны мира, однако самые крупные залежи расположены в России, в Северной Америке, в регионе Персидско-Арабского залива, на Дальнем и Ближнем Востоке, Китае. Европа также обладает запасным природным газом в Северном море и странах, расположенных на его побережье.